работать? Есть, Ирина. Представьте, вы даже не хотите представить. Значит, на каком основании вы его куда-то тащите? Вы пойдете все под суд за превышение полномочий. Все успокоились. Все успокоились. По поводу того, что мы, по крайней мере, приехали сюда на перекрытие дороги. А где дорога? Мы стоим на обочине. Мы определимся, где дорога. У нас, по крайней мере, у нас видеорегистратор на тех машинах, они засняли. Вот пока стоят. У нас тоже так. Очень хорошо. Мы, по крайней мере, должны разобраться, потому что здесь не было нарушения общественного порядка. По-моему, разобрался суд. Суд не должен разбираться в нарушении общественного порядка. Ну, по факту сейчас. То, что нарушили, нам скажут. По воровством заниматься, это что? Отошли сюда, позвали вас, суд там не подошли. Я вам еще раз говорю, то, что машины сейчас все разъезжаются, вы сейчас все расходитесь. Пока этого не произойдет, мы будем наращивать дальше свои силы. Пока не произойдет. Никаких машин здесь сегодня не будет, и никого здесь не будет. Значит, не уедем, пока здесь никого не будет. Машин не будет до завтра? А решение суда и так далее, это завтра будем разбираться, какое решение, кто там прав, кто виноват. Это суд, да? Мы не судебные приставы, и вы не судебные приставы. Нет, просто обещать можно, что здесь не видим. Мы просто видим нарушение. Все вот КАМАЗы, нарушение. Мы разберемся. То есть мы сейчас уходим, КАМАЗы поехали дальше? Машины все зафиксируются. Я еще раз повторяю, я уже вам раз десяток повторяю. Вот народу много не знаю. Да где же будет заехать? Чем мешать? Пока не развернемся. А вы что скажете? Отойдите, пропустите машину. Машина разворачивается. Давайте, отойдите, пожалуйста, на бой. Подождите, чего вы толкаете? Таким макаром! Покажите! Нужно людей, пожалуйста, я вам говорю, я не обязан сейчас вести вас и показывать, если сотрудники ГИБДД стоят. Вы не обязаны меня из места выкидывать. Я вас не выкидываю, я вам говорю, отойдите, пожалуйста. Я стою. Вы нарушаете общественный порядок. Я стою в лесу. А вы воровством занимаетесь. Воровцом занимаюсь. Это же машина. Всех машину тогда. Всех. Всех, да, здесь и забирайте. Давай подходим все. Отпустите! Человек, меня прикрыл. Я его забрал. Ты видишь, где там? Я ему жертву дарю. Уважаем! Оставьте покой нас! Это не один раз! Сел! Дедушку оставь. Вы что, охренели, что ли, молодежь? Объясните, товарищ. Отпустите папу. Вы что, охренели, что ли? Вы можете объяснить, за что вы человека забираете? Вот на камеру объясните. Например. Объясните на камеру. Я жена, я не поняла. Объясните. Имя, фамилия. Скажите. Имя, фамилия. Я сюда. Имя, фамилия. Сначала представьте. Документ. Документ. Поверьте. За руки отпусти меня! Отпусти! Да, дорога, давай! Отпусти! Доставай! Так, вот утро. Время 8 часов. Очередь из КАМАЗов опять стоит на карьере. Так что, по большому счету, на решение суда наплевать этим товарищам. Вчера вечером, ночью их разогнали. Местные власти нас
замначальник РОВД дал гарантии, что никаких работ вестись не будет. Вот, пожалуйста, мы видим, что здесь происходит. Происходит беспредел.